Ты опять бухаешь? Да. Я же сижу тут на нете, это пиздец, это конечно все. Блин, реально папа оценил. У тебя патроны закончились. Так, беленькую я вам пробовал. Желтенькую. Вот эту? Нет, вот эту. Это желтенькая? Да, это попкорн или тухлые яйца.
Ну, вообще нормально. Нормально. Я поняла, это когда я твои яйца съела. Я желтенькую скушала тогда. Катюха, хорошо, ну твое здоровье, давай, здесь по зелененькой. Сейчас. Пожалуйста, груша, будь это моя, я сука, я хочу. Груша! Груша. Нет, сопли! Груша, точно груша. Я чуть не блеванула. Вы знаете, я бухал 3 дня подряд, не блеванула. Тут какая-то конфета ебаная. Грудь покажи, точно выбила подписчик. Чрезвычайное происшествие. Сегодня я вам хочу рассказать про одну девочку по имени Мария Зайковская. У нее рак. Марина? Испит, нахуй. Испит. Мариша, передаю вам привет, идите нахуй. Давай. Это такое говно. Смотрите так. О, кис. Я это не выпью. Спорим? Спорим. Долбоёбы. Ясно. Я выпью. Oh, kiss, 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 Маша.